Вітаємо вас, шановне товариство. Український поет Тарас Шевченко писав: «Минають дні, минають ночі, і голову схопивши в руки, дивуюся, чому не йде апостол правди і науки». У цій студії ми намагаємося зробити так, аби життя українського суспільства визначав той апостол правди і науки, про якого писав великий Кобзар. У цій студії ми намагаємося говорити з молоддю. В ефірі телеканалу АТВ черговий випуск науково-популярної передачі «Точка росту». Я її ведучий, доцент Сумського державного університету Олег Туляков. Шановна громада, сьогодні ми з вами поговоримо про так звану цифрову економіку. Ця сфера діяльності, ця галузь знань вважається перспективною для нашої молоді. Студентство сьогодні представлятиме майбутній спеціаліст у галузі економічної кібернетики, студент Сумського державного університету Ігор Іваниш. Доброго дня, пане Ігоре. Доброго дня. Від наукової громадськості у нас в студії постійний експерт, кандидат економічних наук, учасник громадської організації «Фонд регіональних досліджень» Валерій Іванович Борзунов. Добрий день, Валерій Іванович. Добрий день. Валерій Іванович, традиційне питання до вас. Що таке цифрова економіка? Нам уже в этой передаче много тем затронули, связанные с экономикой будущего или так называемой постиндустриальной экономики. Так вот, одно из направлений постиндустриальной экономики – это цифровая экономика, экономика, которая основана на использовании технологии интернет-обработки информации, технологии компьютерного управления ориентационно-экономическими процессами, технологическими процессами. То есть все, что связано с оцифровкой процессов обработки информации и управления. Что касается Украины, мы уже отмечали о том, что Украина по своему экономическому потенциалу сегодня разбита вот на две условные таких части. Это часть, связанная с той реальной индустрией или реальной экономикой, которая сложилась за эти 25 лет, или, как я называю, этап деиндустриализации. Это, скорее всего, экономика прошлого. И проблема, как модернизировать эту экономику. Здесь тоже цифровые технологии цифровые участвуют. И с точки зрения управления процессами, и с точки зрения интернет-связи, интернет-технологии обработки информации. Но наибольший, конечно, акцент цифровая экономика применяется, может применяться в таких называемых стратегии технологического прорыва. Что имеется в виду? Что если мы будем развиваться по макроэкономике вот приблизительно так, как мы развиваемся последние там, 3-4 года, то ли большой спад, практически там в два раза у нас по макроэкономическим показателям потери произошли, или небольшие приросты, росты там 1,5-2-3%, как это планируется на ближайшие там 3-4 года, то Украина, в общем-то, будет иметь какие-то улучшения, но мы будем оставаться экономикой слабой. Я бы назвал это такой периферийные страны, то есть страны, которые обслуживают более развитые экономики. Поэтому требуется переход к более интенсивному росту. Это называется использование технологических прорывов. Вот все, что связано с оцифровкой, все, что связано с цифровой экономикой, это больше подходит к использованию или применению стратегии технологических прорывов. То есть прорывы, которые позволяют рост экономики не линейно, а экспоненциально. Вот, ну, если перевести это в цифры, что мы, допустим, могли бы от ВВП порядка там, на душу $2000 на протяжении 5-7 лет перейти к 15-20 тысяч. Вот такой технический прорыв существует. Вот на это ориентирована цифровая экономика и идеи, которые развиты с экономической кибернетикой. Вот я так бы охарактеризовал.
Дякуємо, Валерій Іванович. Дійсно, українське суспільство розраховує на такий прорив. Ну, для нас це був би вихід із ситуації, в яку ми зараз потрапили. Пане Ігорю, ми в студентському середовищі разом з вами обговорювали це питання. Виголосіть, будь ласка, точку зору студентства, які обрали цю спеціальність, економічна кібернетика. Які мотиви, якими мотивами ви керувалися при обранні цієї спеціальності? Дякую, досить цікаве питання. Щодо моїх колег по навчанню, то ми обговорили це питання і дійшли до висновку. Тому ми вибрали цю професію тому, що, по-перше, це досить цікава і на цей час сучасна мотивуюча професія. Мотивація полягає в тому, що заробітна плата цієї сфери досить висока і вона є забезпечена у працевлаштуванні. Тобто спеціалісту в економічній кібернетиці досить легко знайти собі роботу, якщо він добре вміє оптимізувати програми, налаштовувати софт, розроблювати інші проекти і таке інше. У кожного із студентів були різні думки, хтось керувався великою зарплатньою, хтось цікавився в цій сфері, але ми дійшли до такого висновку, що всі ці компоненти потрібно було поєднати, і всі поступили на цю професію, і ми дуже раді, що в майбутньому ми станемо висококваліфікованими спеціалістами і будемо працювати у передових компаніях України. Це буде в майбутньому обов'язково. Дякуємо, пане Ігорю. Валерій Іванович, ось які напрями, які, скажімо так, спеціалізації у сфері цифрової економіки ви вважаєте перспективними? Коли ми починаємо говорити о цифровій економіці, то всі в основному акцентують увагу, зациклюються на розробці програмних продуктів, операційних системах, тобто так називаємо IT-сфера. И в этой сфере, конечно, Украина имеет определенные достижения, успехи. Вот это не только связано с непосредственным использованием интернета, но это непосредственно автоматизация на предприятиях, особенно технологических процессов. То есть это используется, это действительно, можно сказать, присутствует даже в той экономике, которая у нас есть. Но если посмотреть по доле ВВП, то я ошибаюсь, но, по-моему, где-то цифровая экономика в этом плане, IT-технологии, они имеют где-то от 3 до 5% всего ВВП. То есть они перспективные, но в реальной экономике имеют незначительную долю. И в основном наши специалисты работают в режиме аутсорсинга, работают на иностранные компании, достаточно успешно работают. Вот. А когда я говорю вообще о цифровой экономике, о системе технологического прорыва, то я имею в виду не только вот эту область IT-технологии. Я имею в виду такие процессы, которые связаны с созданием киберфизических систем, с проблемами, которые сейчас уже в развитых странах столкнулись, создание безлюдных технологий, то есть компьютерное управление, упрощенно сказать, компьютерное управление полностью технологическим процессом. Очень большие ожидания сегодня от цифровой экономики в финансовой сфере и, в частности, в использовании таких технологий, как блокчейн, это распределенные реестры. Это новая система организации информационной базы и передачи. Это технология, связанная с использованием новых валюты, в частности, криптовалюты, то есть электронных денег, так упрощенно могу сказать. Это направление, связанное с таким, таким серьезным инструментом, который, по-видимому, перевернет всю реальную экономику. Я имею в виду разработки и использования искусственного интеллекта. То есть это все такие направления, которые на сегодняшний день на обычных предприятиях еще не увидишь.
Хотя в развитых странах, и прежде всего я отмечаю вот такие программы, как «Индустрия 4.0», это Германия. Аналогичная программа, она по-другому называется, в Соединенных Штатах Америки. То есть развитые страны, они ушли в этом направлении достаточно далеко. И проблема Украины заключается в том, что или мы будем у себя использовать вот такие инструменты, такие технологии и осуществим технический прорыв, или мы будем вписываться в эти разработки как, ну, обслуживающий персонал, может быть, частично даже использовать какие-то свои даже наработки. Но как страна мы все равно будем определяться статусом там второй, даже третий по уровню развития. Вот эти специальности, они – это специальности будущего. И институты, которые сегодня занимаются такими вот разработками, это так называемое постиндустриальное образование, они дают определенный интеллектуальный потенциал студентам или будущим выпускникам, а экономика у нас отстает от этого. Вот в этом возникает проблема, что специалисты есть, а применить их знания в наших, на реальном производстве получается очень сложно. Возникает проблема оттока специалистов, оттока мозгов. И еще один акцент я остановлюсь на, я уже назвал вот такое вот слово, оно начинает сегодня, ну, часто применяться. Это проблема лишних людей. Вот компьютерные технологии, вопросы создания робототехников, вопросы создания полностью автоматизированных комплексов высвобождает очень много обычного персонала, обычных людей. Людей девать некуда, нужно трудоустраивать. Вот возникает проблема лишних людей, которые сегодня столкнулись уже на тех предприятиях, ну, не в Украине, а на тех предприятиях, где такие киберфизические системы работают. Вот я бы очертил вот такие вот направления перспективные, которые дают возможность трудоустройства и специалистам, и молодым ученым или выпускникам институтов, с одной стороны, а с другой стороны ставит нашу страну перед проблемой. Решим мы эту проблему, мы будем заниматься прорывными технологиями, не решим, мы будем заниматься обслуживанием развитых стран. Пане Ігорю, Валерій Іванович говорив про ту проблему, яку ми в цій студії намагаємося вирішити. Як зробити так, щоб наша молодь залишилася вдома? Так я просто вам скажу. Який ваш погляд на цю проблему? Да, це досить важлива проблема, тому що Україна має імідж держави з досить високим інтелектуальним розвитком іменно в цій сфері, тому що ми Україні не раз займали перші місця іменно в цій сфері, якщо зрівнювати із Західною та Східною і Центральною Європами. Багато молоді з України, вони думають, що перспективніше виїхати за кордон, влаштуватися там на роботу, отримувати високу заробітну плату. Але це зовсім не те, що потрібно державі. Тобто, якщо ти хочеш навчатися якщо ти навчаєшся в державних закладах своєї країни, тобто ти повинен усвідомлювати, що це ти повинен підтримувати свою економіку тим, що ти навчаєшся, і своєю діяльністю, своєю професією збагачувати державу. Тобто головна проблема, чому молодь виїжджає, слаба економіка України. Тобто це головна причина, по якій, тобто, якщо буде економіка сильна, то і молодь буде хотіти залишатися. Тобто повинна бути велика заробітна плата, і держава повинна надавати робочі місця. Якщо їх немає, то люди шукають, куди їм влаштуватися. І в основному спеціалістів замічають іногородні держави, вони бачать їхній високий потенціал. Тобто зараз дуже багато наших людей працює в передових компаніях США, Германії, як ви вже казали. Там досить висока заробітна плата. Ще хочу сказати, що
коли хочуть працювати, тобто можна працювати в Україні, але мати свою компанію, тобто або працювати на компанію, яка знаходиться зовсім за її рубежом, тобто в цьому ж допомагає економічна кібернетика, IT-технології, так що цифрова економіка, тому що зараз технологічний процес настільки, що ми можемо керувати віддаленим доступом компаніями, серверами, іншими частинами інформаційних технологій. Дякуємо, пане Ігорю. Валерій Іванович, наприкінці передачі хотілося б у вас питати. Традиційне питання, що треба зробити для того, щоб сприяти тому, щоб молодь залишалася тут, ось у цій сфері? Я не берусь раскрыть этот вопрос глобально, как говорится, всесторонне. Остановлюсь только на отдельных моментах. Вот здесь уже прозвучало, что у нас существует разрыв между реальной экономикой, которая сегодня есть, реальными технологиями, которыми оснащены наши предприятия, и возможностями цифровой экономики, IT-технологии, компьютерной обработки. Вот для того, чтобы создать эффективный комплекс, программно-материальный комплекс, то есть не только компьютер, но и программное обеспечение, но и соответствующие технологии, которые позволяют автоматизировать этот комплекс, превратить его в автоматизированный комплекс, а не просто в отдельные системы. Вот у нас здесь существует очень большой разрыв. Приведу там два примера. Возьмем технологический процесс. Сегодня технологические процессы, которые у нас существуют, допустим, в химической промышленности, там, в металлургической промышленности, это технология образца где-то там, в лучшем случае, 80-х годов. Вот его автоматизировать вообще очень сложно, а создать полностью управляемый процесс программно-компьютерным способом практически невозможно. Вот необходимо создавать новые технологические процессы, которые могли бы управляться компьютером, которые могли бы моделироваться, то есть управление по технологическим моделям. Вот это первое направление, что надо сделать. То есть не отдельно делать программные продукты и не отдельно разрабатывать технологии, а создавать сразу технологические комплексы. Второе направление, я хочу сказать чисто в организационно-экономических системах. Вот мы сегодня создаем, допустим, системы управления регионами, объединенными территориальными громадами, там, кластерные системы создаем. Это сложные системы многофокусного управления, многофакторного управления, которые в ручном режиме вообще не подлежат управлению. Иерархические системы требуют, можно сказать, иерархических моделей управления. Это то, что мы сегодня рассматриваем в теориях экономической кибернетики. Каким образом создать модели управления, по которым можно было бы мониторить реальный процесс и прогнозировать его, по крайней мере, на ближайшее какое-то будущее. Вот это второе у нас направление, по которому мы слабо развиваемся. Отсюда у нас управление объединенными территориальными громадами, управление территориальными кластерами по сути существует старыми способами, вручную, можно так сказать. Но я не имею в виду там компьютерные, электронная обработка, отчеты. Это все есть, но это не прорывные технологии. Два таких основных направления – это модернизация технологий с тем, чтобы можно было бы управлять с помощью программных продуктов и моделей. И второе – изменение системы управления организационно-экономическими системами, территориальными системами, кластерными системами, которые позволяют моделировать и прогнозировать управление сложными иерархическими системами. Дякую. Знаєте, Валерій Іванович, сьогодні я йшов на роботу і бачив наш завод «Електрон», подивився на ці споруди, там ніби, знаєте, час 80-х років, він як був 80-х, так і залишився. На мій погляд, та людина, яка дійсно це все оживить,
і зробить так, що там будуть знов працювати підприємства, працювати люди. Я думаю, саме цим людям треба надавати звання Герой України. Ну, этот завод уже восстановить практически невозможно, и те технологии, которые были там в то время весьма передовыми, и мы даже конкурировали с японцами, ну, за 20 лет, там надо с нуля строить все. Ну, добре. Шановне товариство, це була передача «Точка росту», йшлося про цифрову економіку. Ми сьогодні говорили зі студентом, який, як ми бачимо, мотивований працювати на Україні, переймається проблемами національної економіки, і це чудово. Сподіваємося, що вам буде цікаво і було цікаво. До побачення.